Здравствуйте, мои дорогие зрители. С вами школа рукоделия. Я Вика. Я увидела в интернете жилеточку. Она мне очень сильно понравилась. И я попытаюсь ее повторить, потому что там только схемка. Я показала вам в начале видео, как она выглядит. И я сейчас попытаюсь ее сделать. Так, для начала я набрала 56 петель. Провязала вот это расстояние тут у меня где-то 13 сантиметров. Я вам потом в конце видео все промерю и все скажу. Теперь это будет, как бы, начинаем мы с рукава вяжем. Платочная вязочка, все лицевыми петелечками. Это будет у нас рукав. Теперь мне надо сделать полочку и спиночку. Это все дело продолжит. Значит, я связала кусочек рукава. Теперь я набираю еще вот таким вот образом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот 55 петель я наберу здесь. И потом, сейчас я набрала 15, я просто не хочу затягивать видео. Значит, я наберу 55 петель и начну вязание с этих петель сюда. Тут наберу еще 55 и, возвращаясь, я буду вязать, то есть с этими, в общем, с этой полочкой и спинкой одним полотном это все дело буду вязать. Дальше горловинку я вам покажу. Ну вот, провязала я, вот смотрите, до горловинки ровненько. Тут мне даже не хватило спицы, чтобы вам показать. Я вот так вот растяну петли, пока вы смотрите, вытянулись петли, потому что короткие спицы. Вот так вот, в таком виде оно у нас сейчас выглядит. То есть я провязала часть рукава, потом набрала эти петелечки, провязала до горловины. Теперь у нас я провязала 77 петель, закрыла 22. Видите, они у меня закрыты. И тут осталось переднее, вперед 66 петель. Так, теперь я буду вязать раздельно. То есть я вперед провяжу, допустим, 6 сантиметров примерно. Я потом вам все объясню. Все петельки, что у нас, что я вязала, я нарисую схемочку. Все, я вам эти расчеты все напишу. Здесь где-то будет 6 сантиметров, 6-7, а тут 12-14 примерно. То есть я вяжу раздельно сейчас спиночку вот так вот и вперед. Но вперед в 2 раза меньше, чем спиночку. Ну вот, я уже в той стадии, что связала горловину. Значит, вот, я продолжила вязание 44 ряда, а тут 22. И вот здесь вот я набрала 60. Так, в этом месте у меня вышла маленькая неувязочка. Я начала монтировать видео, и вот тот кусочек, где я все рассказываю со схемкой, у меня его почему-то нет. То ли не снялось, то ли я по ошибке удалила. Значит, я вот доснимаю кусочки, объясню вам по вот этой схеме, потому что там уже будет конец видео. Значит, набирала я 55 петель, добавляла 55 и 55, убавляла 55 и 55 и закончила на 55. Значит, везде у нас по 44 ряда, то есть рукавчик начала 44 ряда, сюда до горловинки провязала еще 44 ряда, сама горловинка 44 и так далее. Опять вот эта полосочка, бочок 44 и тут 44. Значит, здесь у нас вперед по 22 ряда и горловинка 22 петли и 22 петли набрала, убрала. То есть видео закончилось в этом месте, где я добавила горловинку. Сейчас вы вяжете ровненько, потом убавляете 55 с одной, 55 с другой, и еще вяжете 44 ряда ровно. И все остальные петли заканчиваете и убавляете. Ну вот, я уже на финишной прямой. Вот такой вот жилеточка у меня, заготовочка. Вот видите, вот оно в развернутом виде, то, что я вам говорила. Начала отсюда, продолжила, сделала вырез и точно так же закончила. То есть, если сложить так, оно будет абсолютно одинаково. Теперь мне осталось шить боковые швы, шить пуговичку и лампасики. Вот.
Еще я связала такие вот лампасики, смотрите, 20 петелечек и 8 рядов. Здесь я сделала отворотик и пришью вот так вот лампасик с пуговичкой. Вот, как на картинке у нас будет. Вот такая вот жилетка у меня получилась. Я думаю, цель достигнута вполне. Так что вяжите, дерзайте, носите. С вами была Вика из школы рукоделия. До свидания. Пока-пока.